Наводнение в Иволгинском районе началось минувшую пятницу, 6 апреля. Первыми под частичное затопление попали жители СНТ Стрижи. Оно расположено у селения Нижняя Иволга. В данное время сотрудниками управления ПЧС района ведутся работы по грейдированию, возведению дамб, чтобы не допустить паводок в такие поселения, как Хотабые, поселок Коминтерн, аэропорт. И в данное время большая вода уже приближается вплотную к домам в Нурселении. Вдоль береговой линии видны следы работы тяжелой техники. Угроза затопления СНТ Стрижи и поселений вблизи Улан-Удэнского аэропорта практически снята, но талые воды стремятся вниз по течению к другим селам. Именно сюда сейчас направлена вся техника, говорит представитель Иволгинского управления ПГО ИЧС. Было произведено обустройство дамбы вдоль всей береговой линии, порядка 2 километров. Берег также укрепили в местах, где возможно будет прорыв. Сейчас основные работы ведутся вниз по течению реки Иволгинки. До федеральной трассы была проделана распиловка льда специальным оборудованием на базе Т-150. Также сейчас укрепляем берег, чтобы для избежания дальнейших потоплений населенного пункта Нижняя Волга, Нурселение. В январе подлюдные воды в Нурселении уже заливали подворье Татьяны Цыденовой. Сейчас же она говорит, что риск утонуть стал еще больше. Это вода подходила так близко. Вот это следы на заборе, да. Эта вода подходила. Здесь вот у соседей даже вот ворота были, они не могли открыть, лед был. Еще хуже ситуация и на подворьях родственников Михаила Дарханова. Они уже тонут. Вот я племяннику приехал, вот посмотрите, что творится здесь. Вот сами же видите, прекрасно. Вот там он, племянник живет тоже, он вообще, его жена беременная, не может в ограду зайти, во-первых. Пришлось мне строить даже заборы, выбивать, калитку делать. Вот такая система. Отметим, сейчас еще не пик паводка. Он начнется с активным таянием снега с близ расположенных гор в конце апреля, начале мая. Мы следим за развитием событий. Намсарай Намсараев, Бато Гармын. Новости дня. Иволгинский район.